вышли на станции сеть. Нас необычно много. Целых 5 человек. Ну, иду уже, общаюсь, пишу. Наверное, на лыжах уже можно кататься. Да. Очень живописно здесь. Постоянно уже тренируются. Всю неделю. Лес стоит в снежном убранстве. Красота. Я вот видел, показал. Дошли до первой скалы, какой-то безымянной. Пьем чай. Кушаем. Рассказывайте. Это меня она убила. Не, не я убила. Да? Кто? Такой вот вереницей мы идем в походе. А в походах людей мы пока не теряли. Они. Вроде тоже никого не теряли. Так мы, в общем-то, поднимаемся на Матайху. Идем вон оттуда. И под идем где-то вон там вершинка. Спускаемся вот по такому живописному склону. Здесь прям крутенько получается. Там ребята идут. Скажите, что удивительно, вы наблюдали в своих походах? Да, типа. В этот раз мы наблюдали дятла. Просто тоже видели дятла, еще кого-то. Так, видели змеючек различных, уже и гадюк, и ежика. Что вас больше поразило? Ежик. Он был такой милый. Я вообще хочу кушать уже. Все. Вижу, привет. Шли-шли по лесу. И нашли вот такие очень живописные скалы. Вот. Сейчас полазим, посмотрим. Дошли до квартала 67. Здесь такой хороший столик. Сейчас пообедаем. Я тут нашла муку, которая называется Оно. Как думаешь? Это этого клоуна, наверное, производство. А я что ли? Давай. Юра, это очень важный конструкторский вопрос. Я только так. Давай. Шли, шли и дошли до скалы Гребешок. Вид здесь прям бесподобный, на 360 градусов все видно. А пришли вы где-то вон оттуда. Вот здесь какой-то непонятный знак. Читал про него. Ну и мы его увидели, неизвестно, что это такое. Если кто знает, говорите, пишите.